В дошкольных образовательных учреждениях Каспийска проходят тематические мероприятия, посвященные предстоящему Дню защиты детей. Праздничный творческий концерт состоялся и в детском саду номер 14. Но этот праздник давным-давно не только детский, а этот праздник для всех педагогов, а тем более дошкольников нашей страны. И поэтому мы к нему готовимся и рады сегодня отпраздновать его на нашей новой площадке, которую не так давно мы открыли. Хочу поздравить всех детей, не только деток детского сада 14 «Журавленок», а всех детей на всей планете. Пусть они живут всегда под мирным небом, пусть они всегда будут сыты, одеты, пусть у них всегда будет возможность для развития, для того, чтобы ребенок рос в тепле, в добре и, самое главное, в любви. Началось праздничное мероприятие с выступления забавного клоуна, который в игровой форме устроил для ребят интересные игры. Дети стали звать ведущим «Лето», но вместо этого времени года появилась «Баба-Яга». Мечтали! Иди на наше лето! Еще чего? Размечтались! Итак, прежде чем вы попадете в лето, вы должны быть веселыми, энергичными, сильными и дружными ребятами. Программа концерта включала в себя динамичные номера, эстафеты, танцы и песни. Отметим, что гостями программы стали воспитанники дошкольного учреждения, родители и педагоги сада.